Добрый день, дорогие друзья! Вот мы приехали на дачу. Перед вами ноги. Пока еще все это хозяйство в разобранном виде. Дача родственников. Я для них сделал такой подарок. Сегодня с сыном будем собирать все это добро. Я надеюсь, что ноги будут служить очень-очень много лет. Ну вот, стол закончен, мы его смонтировали, сейчас осталось поставить заглушки вот в эти гнезда. Заглушки, все готово. Вот кот уже первый посетитель. Точнее, это кошка. Ну, Мурка, давай, давай, слезай. Вот это... палочка из ясеня. Я ей буду сейчас утапливать эти гнезда заглушки. Все. Вот сейчас сын готовит площадку для будущих скамеек. Почва очень кривая и горбатая, приходится выравнивать. Стол пока стоит временно. Позже, через пару месяцев, сделаем площадку. И потом поставим уже на хорошую площадку все эти, весь комплект. Ноги, конечно, тяжелые, но зато интересно узнать мнение зрителей, насколько понравилась им эта и моя идея, понравилась или нет. За забором сосновый бор. Воздух здесь очень хороший. О, моя хорошая, о, ты моя хорошая. Ну, молодец, молодец. Все. Ну, а теперь я хочу показать то, что мы изготовили. В данном случае собирали вместе с сыном. Вот он сидит. Сейчас собираемся... Привет. Привет. Сейчас собираемся, так сказать, обмыть этот стол. Вам же всем чай или кофе? Потому что чай. Чай. Давай всем об этом. Стол у нас получился 170 сантиметров. Так вот как раз то, что надо. Две лавки. Две лавки. Спинки у лавок по 150 сантиметров. Собаки уже охраняют этот стол. Будем надеяться, что стол будет жить, служить долго. На этом я с вами прощаюсь. До свидания. До скорой встречи.